Пресс. помимо медведей, на территории фирмы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками барихоны сидят. <звы> 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 <Фу. кхм> Полиция Канады обнаружила плантацию... <звы> А так серьезно начинала. Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую тринадцать Ой. <свят> Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо... <свят> Прикольная информация. А пропустить нельзя? Ой, Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамское весло. Помимо. Помимо медведей, Горюша, быстрее надо переключать. Ты еще не дочитала. Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли, также находились большой пес, вьетнамская веслобрюхая свинья и енот. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. По словам полицейских, когда... Еще раз. По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи. И тоже курят. Все тринадцать, Это новость, Конечно, по утренке, да ладно, дочитай уже. <звы> по словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи.